Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев предложил расширить список общественных организаций, которые могут претендовать на имущественные меры господдержки, то есть получать в безвозмездное пользование объекты, находящиеся в собственности региона. Важный критерий – социальная значимость организаций претендентов. Проект закона предусматривает возможность передачи в безвозмездное пользование отдельным социально значимым организациям не только государственного казенного имущества Свердловской области, но и областных объектов, принадлежащих на праве оперативного управления государственным учреждениям и казенным предприятиям Свердловской области, а также принадлежащих на праве хозяйственного ведения государственным предприятиям Свердловской области. Это, по мнению министра, позволит повысить уровень господдержки организаций, решающих социально значимые задачи. На помощь со стороны государства могут претендовать казачьи и добровольные пожарные общества, народные дружины и организации, составляющие деятельность в сферах экологии и народных художественных промыслов. Инициатива главы региона уже получила одобрение членов Комитета законодательного собрания Свердловской области по промышленной инновационной политике и предпринимательству. Законопроект планируют рассмотреть на очередном заседании регионального парламента 29 октября. Напомню, что также в 2023 году был увеличен список льгот по аренде государственного имущества для предпринимателей, а в этом году расширен перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут безвозмездно пользоваться госимуществом. Получить подробную консультацию можно в региональном министерстве по управлению госимуществом. Телефон на экране.